нас папка для тетради в рюкзаке, дневник. Так, 10 тетрадей у нас в клеточку, 10 тетрадей у нас в линеечку. Первоклассник укомплектован в первые дни учебы точно. Сегодня школьников встречают как звезд, вручают подарок, проводят фотосессию. Я хочу сказать, выразить огромную благодарность. Это нам, нашей семье. У меня трое детей, как большая помощь. Вот, и мы очень рады. Говорим большое спасибо, да, Лиль? Скажи спасибо. Спасибо. В акции «Скоро в школу» принимают участие школьники Трусовского района. Эти дети из многодетных и малообеспеченных семей. Акцию организовали представители администрации Трусовского района и торговый центр, который находится в 6-м микрорайоне. Сегодня в мероприятии порядка 100 детишек приняли участие. Раздали им портфели со всем необходимым. Попкорн, водичка, и сейчас пойдем в кино, и потом будет развлекательная программа. Ну, то есть, этот день должен запомниться ребятам перед походом в школу первый класс. Кто-то разбирает попкорн и бежит смотреть мультфильм, а кто-то только на подходе. Анна, Ольга и Николай привлекают внимание прохожих – тройняшки. Мама Юлия Дадищева рада, что детям подарили портфели с канцтоварами. Ей в этом году покупать все на троих. Как всем детям, только в тройном размере. Это, ну, необходимы, конечно, и рюкзаки, и форма, и сменная, и на физкультуру форма, и обувь, ну, по две пары, потому что, чтобы сменка оставалась в школе, и, ну, канцтовары, все это, конечно, дорого. Все равно для нас радость, что они вот идут, наконец, в школу. Для детей радость. Праздник в конце лета. Трехчасовой мультфильм ребята смотрели не отрываясь. Через несколько дней они пойдут в школу. И начнется новая жизнь по расписанию. С уроками, переменами и новыми друзьями. А сейчас эмоции и впечатления. Главное, чтобы хватило подольше. Наталья Фомина, Алтынай Урумбаева, Тимофей Кухарчук, Центр новостей.